Внимание, смена. Так, раз-раз. Надеюсь, все хорошо слышно. Заново настраивать ничего не придется. Пишите привет всем, кто в чате. Как слышно, хорошо, погромче, потише. Мод новый вышел, графон улучшен, все такое. Насколько я помню, что в Припяти и там графон такой очень хороший. По крайней мере, на моем старом компе, на четырехъядерном он... Правда, AMD-шный был. Так, начало игры. Так, сейчас мы все проверим. Четко слышно. Красава. Сейчас еще проверите, как слышно саму игру. Скажи, у тебя наушники с микро? Да, с микро, но я его перестал использовать, когда взял настольный микрофон. Потому что у него качество лучше, он ближе находится к рту, собственно. И через поп-фильтр звук идет чище, чем микрофон, который на наушниках. Шейдер для игры. Это ты SvetFX на сталкера мне предлагаешь, да? А ты посмотри, тут и так графон неплохой. Для тех-то лет. Тем более, все на максимум. Помню, раньше у меня глючило. Шипение есть. Шипение есть на любом. Главное его правильно настроить. В общем, мод называется Singerius или Singerius. Не уверен, что правильно его произношу. Тут много своих фишек. Есть одна очень сложная фишка, называется она, что-то она каждый раз сбрасывается, мне вот интересно, отряд Альфа. Так, вот это все я включил в тот раз. Вот так мы это оставим. Покруче Шейнера, чем SvetFX. Какой микрофон лучше брать, я не знаю, скорее всего настольный. Как сказать, встроенным поп-фильтром или как он называется, я не знаю, я не специалист в этих делах. У меня микрофон стоил 700 рублей, по-моему, вот этот. В общем, фишка этого мода, ну, одна из фишек этого мода в чем, что здесь есть некий отряд Альфа, это группа спецназа, которая разыскивает главного героя в зоне. У них там вооружение просто дикое, там бараты бывают и все такое, пулеметы там. В общем, если мы на них наткнемся, это будет жестко. Так. И насколько я понял, тут сюжет начинается не как в стандартном Зов Припяти, то есть там мы вроде респались на болотах, а тут мы вот на кордоне, собственно. Слушай, все вопросы к главному. Так, ты тоже не главный, да? Настольный микро 700 рублей, да? Да.
Даже могу тебе сказать фирму и марку. Ну, слышно же нормально. Я, конечно, помучился с настройками и все такое. Я так полагаю, вот это главный. Слушаю тебя. Ага, ему уже доложили о нашем прибытии. Это точно не как сюжет, то есть начинается не как стандартный Зов Припяти. Спасибо, очень приятно. Дела на кордоне. Дела наши неказисты. Кругом на поступах бандиты. Силятся вытурить нас с кордона. Этот блокпост наш последний оплот. Чтобы не было потом обидно, важно сейчас же оттеснить бандита с кордона. Я с этим помогу. Речки. Халява. Привет, брат! Шайтан стримит, кайф, удачного стрима. Спасибо, Саша. В этом моде монолит ступить не нужно. Царь, если ты утверждаешь, то наверное, потому что я не в курсе. Я очень давно играл в этот мод. Тогда у меня он глючил. Комп толком не тянул. А если без настроек, то качество хуже. Как тебе сказать? Там же настроек очень... Как тебе сказать, немного, не то чтобы много, да? Настройки зависят от качества кодеков, которые ты поставишь. По-моему, там был глушитель. Да, на Ford 12. Настройки зависят от кодеков, которые ты поставишь на звук. Зависит от... аудиокарты твоей, скорее всего, во многом. Слушаю тебя. Ну что ж, майор, время начинать. Мы готовы к операции? Готов. Мои ребята займутся тем же. В конце, когда бандиты будут разбиты, займитесь поиском тел наших разведчиков. Мне интересно знать, что стало с моим хорошим другом Тимерланом. Майор, прошу вас, найдите его тело. Это очень важно. Найдем. Ну, привет. Братан, не переживай. Свобода линдов, долг. Защитим зону от кого там они защищали. Наверное, для многих этот стрим внезапно прям такой, раз и по сталкеру. Дело в том, что я начал читать книгу, и хочется вот, ну, проникнуться вот этой старой атмосферой игры. Чтобы и книгу было приятнее читать. Да и играть мне сейчас приятнее после прочтения. Ну, где-то, наверное, с половиной книги я сегодня прочитал. Карта норм. Скажите кодеки, фирму Митро, пожалуйста. Ой, кодеки я тебе... Да, наверное, смогу подсказать. Сейчас, секунду, парни. Подскажем человеку. В общем... Кодеки мои называются. Слава монолита. В общем, кодеки у меня называются вот так. Микро мой называется. Сейчас скажу. Брал я его в сети магазинов ДНС. Это не реклама. Хотя они мне заплатили, это не реклама. Микрофон. Марка у него Свен. Выбить? Не ошибся. Да, Свен. Свен МК-490 называется модель. Стоит 710 рублей. Вот тебе даже ссылочку дам. Какой автор книги? Сергей Недоруб. Так это и есть. Я сейчас и читаю его книгу. Называется «Песочные часы». Так, тут уже пошел замес тем временем. Ох, уже минус один наш. А тут бандиты, да? С
сложность у нас почти максимальная, предпоследняя, потому что знаю, это отряд Альфа, они нам житья не дадут, обещаю. Вот-вот, я про это вам и говорил. Будет весело, я чувствую. Тоже там беру, у меня 630. Вообще, если вы посещаете нашу группу ВКонтакте, там мы буквально вчера вели диалог о том, что кто какую книгу читает и какую бы они хотели мне посоветовать. Вы можете зайти, и ссылочка есть в описании стрима, и посоветовать мне книгу, я обязательно ее прочитаю. Читал все книги метро, ну как все, все, которые меня заинтересовали. Шатаныч, что там царь пишет? А вроде бы набор открыли на Армстронг. Ой, царь, мне уже это не интересно. Сам знаешь почему, да? Может быть, фонарик выключить? Не мандражой, пацаны, обходим! Я ж тебя гранатой, фраер! Кого он там гранатой? Смотри, там их по очереди нужно читать. По очереди? Ну, песочные часы вот я сейчас начал читать. Это, как понял, она первая, скорее всего. Потому что там нет каких-то событий или персонажей. Здрасте. У которых бы была предыстория. Скрытая или непонятно. А, у меня же, кстати, есть пистолет с глушителем. Это поможет? Ау, интересно. По-моему, он уже знает, где я. Ну да. Противно, спокойно. Ау! Не надо. Отдохни немножко. Прочитал. Уже закрыли набор. Ну тем более. Лучше писать, а поскольку точу, это не дорог. Ох, я отдачи, конечно, укусил. Ходишь? Надо мне яблочко. Спасибо. Лови тебе яблочко. Аномалия. Птичка. Бандиты куда-то намылились. Пусть идут. Пока мы разберемся с их товарищами. Хедшот. Хедшот. Надеюсь, меня не забанят за хедшоты. Хотя бы здесь. Сохранимся. Понабрали. Кто ж Ведьмака не читал? Ведьмака? Ведьмака я всего прочитал. Знаком ли ты со вселенной Андрея Сапковского Ведьмака? А, ты вот почему. Игрушки я все прошел на ура. Последние дополнения я специально не проходил, потому что я... Сначала хотел прочитать все книги. Я прочитал все книги. Затем я прошел все дополнения. И чистый кайф. Что еще сказать? На тебе гранату! Книги очень классные. Как и... Жалко, что автор не совсем поддерживает разработчиков игр. То есть он их поддерживает, конечно, он же дал им права. Ну, здрасте, я что-то застряну теперь. Прыжок. А, отлично. Первый баг. Сапковский, он не то чтобы не поддерживает разработчиков игр. Он на недавнем собрании... Собрании, наверное, как это правильно назвать. В общем, он и
все его поклонники, его читатели. И он очень негативно высказывался об игре Ведьмак. То, что якобы, когда она вышла, теперь на всех книгах, на обложках начали изображать вот именно все картинки, как с игры. Вау, что делаете? И, мол, игра, ну, буквально затмила, да, его книги. Он, наоборот, я считаю, должен радоваться, что благодаря игре люди стали читать его книги, покупать его книги. А он вот, ну, поляки, они... Есть, хедшот. Добрый вечер, чат, шайтан, удачного стрима, спасибо. Так, сюхи мы забираем. Наверное, пока стоит вообще все забирать. А там разберемся. Вот, кстати, одна из фишек мода, можно снимать броню. Так, где у нас написано цена? 4 килограмма, да? Ну, не знаю, нет, не буду я брать, наверное. Патроны, бинт, тос. Ладно, пока возьмем все. Для меня шока было узнать, что Регис выжил. Я тоже офигел в игре. Вот, кстати, знаешь, я когда начал проходить Кровь и Вино, я дошел до момента, когда он встретил этого Региса, я такой думаю, блин, кто это такой? Они так с ним хорошо общались, я думаю, блин, что это за чувак? Сохранил игру, вышел и не заходил до того момента, пока не дочитал все книги. Потом же, когда я узнал, что они там с ним бухали там его самогон, там все дела, то есть... Я уже зашел в этот мод, и мне было приятно играть, когда я знал, кто это такой. Ух ты, артефакт. Каменный цветок, псевдозащита, радиация. 74-ка, кстати, нормальная человеческая. Ты патроны. Так. Где-то в стандартной части, я помню, тут была нычка. Проверим, оставили ли они ее в моде. Да, смотрите-ка, лежит. Да, и как в стандартной части, нельзя ее ножом сбить. Патрончики. Ну, нормально, чё. Дедушкин тост, топовая вещь. Но это к тексту стрили. Кстати, говорил с ним вчера. Он мне там разъяснил по поводу влета на меня за музычку в видосах. Просто, говорит, отключи монетизацию у видео и можешь вставлять любую музыку, которую хочешь. То есть, все нормально. Тихо, тихо, тихо. Такс. Нифига ты был экипирован. Электрозащита, восстановление сил, ни хрена себе, слушай. Я ж могу ее одеть, да? Сразу у меня радиация будет есть, окей. Пешка, дробовик, ты смотри, чё. У меня уже перегруз. Ай, что-то надо выкидывать, начинается вот это вот. Все, берем только самое необходимое. Кстати, тос должен пугаться как лошадь. Ну, посмотрим. Бешеная книга на одном дыхании. Почёт. Петля антимира. Если тебе не сложно, напиши группе ВКонтакте под моим постом это название, чтоб я его не потерял. CD Projekt Red что-то говорили о фильме. Да, кстати, они говорили о фильме. Они даже вроде бы проводили наборы в актеры. За Геральта. И там был актер, не помню, как его зовут. Кто смотрел сериал «Ганнибал», вот он
играл этого Ганнибала Лектора. Такие флешки, они дают инфу о нычках на карте. Вот, то есть хабар булавы или булавы. Сейчас он где-то должен у нас отобразиться. Вот он, скорее всего. Да. То есть туда можно сходить и посмотреть, что он там заныкал. Кстати, еще один калаш, 74-й. Опа, детектор. Отклик, а у меня какой? Отклик. Ладно, продадим. Модифицированный какой-то Макарыч. На продажу все пойдет. 27 человек, парни. Всем привет. Сегодня спонтанный такой стрим по сталкеру. Начитался книг, хочу атмосферы. Возьмем все. Ну что, ходить не могу? Да, уж налутался. Тозы. Тозы, наверное, дешевые. Выбросить. Выбросить. Обрез тем более дешевый. Ксюхи. Ксюхи самые поломанные. Выбросить. Надо все разрядить. Так, разрядить. Выбросить. Сохраниться. Какие у нас задачи? Деревня захвачена, однако часть бандитов решила скрыться поспешным ретирадом. Такое сложное слово. Они не должны уйти. Хорошо. Слышал, что Ведьмака должен играть тот чел, который играл с Сойлером «Остаться в живых». Ну, фиг его знает. А, я понял про кого-то. С длинными волосами такой, да? Такой противный сначала он был там. Что-то там приставал ко всем он сначала. Кто там с кем воюет? Красники воюют с красниками, я понял. Такие вопросы решаются вот так примерно. О, это бандит! Дело в том, что здесь у бандитов в этом моде украинский акцент. Их легко отличить от других сталкеров. Да-да, он самый. Малая граната. Интересно, она работает. Не понял, что тут красненькое белеется. А, ты живой у нас. Ну что ж. Задание обновлено. Найти тело Тимерлана. Так, автоматы мы с вас снимем, разрядим и выкинем. Ух ты. Костюм рейдер. Ну, мой сталкерский явно получше будет. Чувак из Ганнибала, Геральт Грин, Фокс Йен. Скарлетт Йоханссон, Трис. Ну, рыжая Скарлетт Йоханссон, хрен его знает. Трис вообще должна быть вреденной, и те, кто читал, тот поймет. Так, выбросить. Выбросить. МПшка. Ладно, сгодится пока что. Кстати, Фор 12, улучшенный. Емкость магазина и темп огня. Угу. Продай костюм. Да у меня и так, смотри, сколько места уже. Места нету, все носить. Надо еще какого-то Тимерлана найти. Подожди, а вот тут нычки нету случайно?
Вау. Ох, тут радиация это лупит. Угу. Уходим отсюда. Дай костюм тот военный, хочешь сказать, который. Ну давай заберем его. Ох, у меня аж нету стамины бегать. Слишком много всего. Патроны ненужные продадим. Дробовиком не пользуемся. Они весят мало. Что у нас много весит? Патрон на пистолет. Ну, тоже почти не пользуемся. Я думаю, тем более мы их найдем. Так, кто там был? Нет, не ты. Бронекостюм рейдер. 6 килограмм весит. Ладно, придется что-то еще тогда выкинуть. Давай выкинем вот эту ксюху и вот эту ксюху. Все. Чем по жизни занимаешься? Собираю артефакты, выполняю миссии на Сидоровича. Ну, сам понимаешь, деньги в зоне нужны. Лучше, конечно, я майор ФСБ или как там он? Майор-то. Майор чего тут у нас главный герой Дегтярев? Так. Напомните мне. Найти тело Тимерлана. И где мне его искать? Карта местности. Может полутать еще домики пока. Вот, например, есть какой-то ящик. СБУ, точно. Майор СБУ Дегтярев. Радиация меня разъедает понемножку. Хряпать водочки, колбаской и петушкой. Я помню этот подвал. Здесь что-то должно быть. Только не застревай. Не застревай, прошу тебя. Сохраниться надо перед этим. Не застревай, ну что ты, будь человеком. Ну, давай. Лезь. Ну что ж ты. Помимо записывания видосов. Ты не поверишь, но я понял, о чем ты спрашиваешь. Блин, лезть за гранатами или не лезть за гранатами? Конечно же лезть. Что за глупые вопросы? Кстати, Шайтан, звездными войнами не увлекаешься? Книжки классные. У меня есть товарищ, он любит книжки Звездных войн. Я пока еще не дошел до них. У меня есть что почитать, вот Сталкер. Когда все это будет прочитано, скорее всего, я дойду и до Звездных войн. Не знаю, есть ли книжки по Mass Effect, я бы тоже прочитал с удовольствием. Что у нас здесь еще есть? Где может быть тело этого? Как его зовут? Тамерлана. Где-то в подвале. Ну.
свихи не стянут. Так, конечно, ты посмотри, сколько их навешался ими. Ну где вот мне искать? Подожди, я шкаф не открыл. Ага, я же все помню. Шкафы открываются. Сидорович, кстати, там живет. Ну-ка. Только почему-то на карте его не отображает. Опа, и здесь какое-то тело. Посмотрите. Он здесь. 100%. Тогда я тебе в группе посоветую. Да. Напиши в том посте. Я потом все перенесу в отдельную тему, скорее всего, сделаю. Чтобы туда люди писали свои впечатления. Будет круто. Так, что у нас по квестам? Найти взрывчатку. Ну, здорово. У меня ее, конечно же, нет. Может быть, где-то здесь бандиты приныкали взрывчатку. Нет, не похоже. Зато они приныкали целую кучу энергетиков. Чемоданчик, кстати. Научная, да? Научная аптечка. И у меня опять перегруз. Сухо минус. Может быть, на чердаке что-то есть. Патроны 9.19 на чердаке. Так, ну где мне искать эту взрывчатку, блин? Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Я понял тебя. В смысле? Я ж тут был. Так, сохранится. Я же был в этом подвале. Заложить взрывчатку. Не понял. Взрывчатка C4. Нормальная игра ты, конечно. Заскриптована по самой не балуй. Ну, пойдем заложим. Мужик, ты оружие-то спрячь. Да что ты, расслабься. Тело там, где ты его убил. Подкинули, вот именно, царь, подкинули C4, блин. Не было ж. Так, Макарыч, чё я с ними таскаюсь? Макарыч модифицированный, ладно, мы его продадим. Это что такое? Аккумулятор для детектора. Ладно, ставим. Типа сталкер с модами. Но это изначально сталкер, в который уже вшиты моды. Называется Sigerius 2.2 версия. Так, детонирует заряд. Я играл в старую версию этого мода. Тогда она была, я не помню, 1.7 или 8. Сейчас она уже 2.2, то есть тут уже больше всего, насколько я знаю. Сидорович там живой вообще? А, угу, я понял. Флешка с тайником. Флешка, скорее всего, квеста, да. Винт. Снова артефакт, огненный шар. Все артефакты дают радиацию, блин. Надо какой-то костюм против радиации, то она будет. Все классно. Сидорович-то бахал в этом. В Нортон Командере, блин. Не понимаю таких людей, которым нравится Нортон Командер. Защитить деревню от мутантов. Да. Оп, в эфире. Так. Смотрим. Thank you.
разработчики Norton Command, пожалуйста, не дудосите мой стрим. Это музыка, если что, в главном менюшке игры. Это я включил. Чем занимаешься, кроме видео? Ну, как ты думаешь, много времени остается на какие-то еще занятия, кроме этого всего? Работа. Пришел с работы, поужинал, зашел на Тушино, подождал, когда начнутся игры, скажем, с полчаса, да? То есть ты пришел, допустим, ну, то есть не ты, я пришел, грубо говоря, 6:30, полчаса ждешь, пока начнутся игры, время 7 часов. Играешь игру, например, час, время 8 часов. И то, если тебя убили, не убили, может быть, тебя свои убьют, может быть, прилетит шальная, может быть, упадет сервер, кто его знает. Никто от этого не застрахован. В итоге ты 3 часа тратишь, чтобы поиграть на Тушино. Если получился хороший отыгрыш, монтируешь видео где-то 1 час. И там уже время спать. Новый день, все дела. Аранкон Барскай, здорово. Надеюсь, не пекарем. А что тебе пекарь не нравится? Макс работает пекарем, и все нормально. Работал, по крайней мере. Нет, я работаю графическим дизайнером. Рисую всякие штуки. В фотошопе, короле там, и тому подобное. Короче, работаю своей фантазией. Надо с кого-то... Так, что у нас насчет стрима? Все работает. Парни, проверяйте. Я проверяю потери кадров. А, потери кадров 0. Серпов, спасибо, что писал в стиме про стрим. Так. Сорян. Ну все, вроде все работает, да? Продолжаем, короче говоря. Так, наша цель — завалить мутантов, которые мешаются нам. Собственно, этим и занимаемся. Иногда зависает. Да ладно. Ладно, выведу на второй монитор счетчик с потерей кадров. Буду за ним наблюдать. Но это дело я даже не знаю, потому что TeamSpeak не вылетел, Steam не вылетел. Крашнулся только стрим. Да что такое, кашель замучил. Громче микрофон сможешь сделать? Громче, так вроде так нормально должно быть, Николай. Серпов. Хорошо, Серпов. Я запомню. У нас кабанчики подъехали. Так, еще один. Здесь один мутанчик у нас есть. Сохраниться надо бы, я чувствую. Еще одна плоть. Или псевдоплоть, как их правильно называют. А, и вон там еще гуляет парочка красавчиков. Лови. В той деревеньке на крыше. В какой хорус? О, тут аномалия сделала работу за меня. Так, где-то справа. Так, хорус, я так понял, в этой деревеньке ты имеешь в виду? На какой крыше? Вот на этой? Я там чекнул, там в этом моде нычки нету. Где забирался по лесенке рядом с энергетиками. Да, я там проверял, там нету. Сейчас там же в армии компанию проходил. Эрик с ботами. Фи. Я что, ботов не стрелял, что ли? Мне интереснее стрелять живых людей, обманывать их.
ботов как ты обманешь? Он тебя видит через стену и целится в тебя уже заранее. Живого человека можно обмануть. Кинуть дым налево, пойти справа. Ну вот ты понял. Так. Та собачка, что ли, наша цель? Зафор с другой стороны. Кстати, вот как раз в этой книге «Песочные часы» была такая история, что у одного матерого сталкера автомат упал в аномалию, ну, грубо говоря, буквально. У него был старый АК-74, он упал в аномалию, и оттуда вылетел новый совершенно АК-74, но он был полностью зеркально отражен, то есть слева затвор и все такое. И он стал в идеальном состоянии и ни разу не клинил после этого. Нифига себе. Ясно, перегруз. Так, задача, вроде бы все сделали. Найти командующего блокпостом. 8 лет назад читал эту книгу, ну вот, Хорус. Мне ее советовали год назад, может быть даже больше. Мне было не до этого, я был вовлечен в метро 2033. Главное, не буди его. Вряд ли тут на них пофиг. Тут оружие, которое добавлено с модом, оно вроде бы уже нормальное. То есть справа затворы и все такое. Да, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Так, изначально надо продать. А у него денег нет. Ну ё-моё, это что такое? Примейский таймер. Плеер? 3200 стоит. Капец. Продать-то ему ничего толком, да? Кроме артефактов. Хотя он мне деньги дает, странно. Хотя написано 0. Защита. Ну вот это мне от огня вряд ли понадобится в ближайшее время. Патрон 9.19. Детектор. Пистолет. Пятнадцать бинтов. Так. 514 патронов. Надо ли мне столько? А я-то думал, стоит только выжигатель пройти. Где-то тут за ним и клондайк артефактов, и исполнитель желаний. Заказ на товар можно дурак сделать. Вот дурак. Нет, пока не будем. Слушаю тебя! Артефакты как же? Одни тропы нехоженые. Через телефон нельзя? Я не знаю. Серпов. Там вроде бы и так все возможные варианты уже есть. Через симку, что ли, ты имеешь в виду? Почитай к нему холодная кровь, офигенная вещь. Свинцовый закат.
тоже напиши группу ВКонтакте под постом, если не сложно, чтобы я не потерял название. Так, вот флешка. Доложить мне видео об успешном захвате деревни. Что дальше будем делать? Нужно взять АТП, помимо того еще и опустошить бандитский сейф. Численность бандитов по последним данным около 14 душ. Так, будут самые опытные бойцы, вы в их числе. Дождайтесь ночи, вот координаты места встречи. Понял. Привет, брат! Короче, бронежилетку я так не смогу продать, я так чувствую. Кстати, тут есть фишка, можно посмотреть. Вот так вот. Ну ясно, это чисто броня бандитов такая. Вообще очень странные книги, если я ничего не путаю, конечно. Это с отсылками на трилогию Ахимуле. Все варианты горят, а через симку нельзя, наверное, подсвечивается. Но может быть временно не подсвечивается. Я не знаю, серпов. Там столько вариантов, просто жесть. Так, это что? Разобраться со слепыми псами. Там? Это легко. Слева от имени написано сильные книги. Блин, напишите мне обязательно эти названия, чтобы я их потом не потерял. Ага, вон они бегают. Как-то можно. F1 у меня ж была. Так, работает все. Ну-ка проверяйте. Зайду туда, потратил часа 3 и запишу вам видео. Слушаю тебя. Привет, брат. Еще купишь, пока я здесь. Без защиты это. Ладно, тоже продадим. Восстановление сил мне тут нравится. Хотя. Ладно. На продажу все это дело. Все ждем. Ну серьезно, там требуется много времени, чтобы что-то записать и смонтировать. Если в это время, допустим, командир, который берет командование, делает плохой план, то записать, естественно, ничего не получается. Когда пули.
будем, когда Санек найдет свободное время, и мы с ним поиграем. Что-то погодка, конечно. А, это солнечное затмение было. Так. Группа тише. Может, это просто была гроза такая громкая? Сейчас сделаем. Сделаю потише. Надо как-то дождаться ночи. О. Так, надо снять облучаемость. Легко. Музыка норм сталкер. Ну это этот мод такой. Здесь и тише, и все хорошие песни. Так. Колбаской. Должна была выйти петля 2, но автору на сайте написали, что у него украли ноут с текстом книги. А, это ты про книгу? Ничего себе. Серпов, нифига ты там заморачиваешься. Спасибо. Так, ну сейчас ночь. Нам нужно добраться до АТП. У нас есть меточка на карте? Есть. А, это опять псевдособаки. Нет, не надо. Список заданий. Дождаться ночи. Типа не ночи еще, что ли? Ох, чисто на меня влетит потом на ютубе. Ясно. Короче, надо как-то дождаться. Ну, пока пойдем примерно. АТП вроде вот это вот, группа зданий, насколько я помню. Пока потихоньку пойдем двигаться в ту сторону. Проверяю еще раз, все работает. Все работает. Что именно влетит? Ну, YouTube же не любит, когда авторы используют музыку, которая не принадлежит авторам. Авторские права, да-да. Недавно вот Пит Хаммер пытался на меня влететь за это. Причем даже я музыку на видео не то чтобы использовал. Не то чтобы использовал его музыку. Я его музыку ускорил где-то на 30%. Выложил ее в видосе. И YouTube не распознал, что там была его музыка, да? Но ошибка была в том, что я... В каждом видео пишу в описании, что за музыку я использовал. И стоит просто на YouTube ввести в поиске название трека и находит мое видео сразу. Я так понимаю, таким образом он нашел вот это видео, в котором я использую его трек. И написал мне типа в течение 5 дней, мол, вы снимаете это видео, либо там заявка
на удаление видео, там страйк на ютубе. Короче, начал меня пугать. Я пообщался с Шусом, он мне объяснил, что просто сними галочку с монетизацией, и все будет хорошо. Я так и сделал. Так, что там чатик дергается, я не понял. Так, чатик, что с тобой? Давай мы тебя перезапустим. Чатик сошел с ума. Сейчас, быстро перезапуск. Этот рестрим чат постоянно качает новые обновления при каждом запуске. Поют для народа. Ну как они поют же за деньги. Так, все, чатик должен работать нормально. Так, я не могу тут поспать? Нет. Дратути 000 123 321 456. Нормально. Так, почему-то у меня не отобразилось все это дело. Сейчас я проверю на сайте. А, вот теперь отобразилось. Просто задержка, видимо. В общем, надо ждать ночи. Ночь у них, судя по всему, начинается в 12 часов. То есть еще 9 игровых минут. Серпов, это ты так проверил, да? Работает оно или нет. Опа. Так, ну еще 6 минут, и по идее миссия будет активна. Так, что у нас есть? У нас есть культ Макарыч модифицированный. МПшка. Целая куча к ней патронов, которую я выкинул. Кстати, тайник, где он находится? Он находится здесь. Сходим потом обязательно. Блин. Ну разве уже не ночь? Может просто пойти убить их? Не вижу ни хрена. Было барыги, да Хорус, он не покупает эти стволы.
Так, АТП. Ну вот, по сути, нам нужно здесь завалить 14 бандитов. Нужно сделать это ночью. Попробуем завалить их сейчас. Тайничок. Так, себе тайничок, конечно. Буду донатить по рублю, только чтобы посмотреть на панду. Панда, да. Панда топовая. Найди, бандиты-то спят, что ли? Знакомая всем тема. Ух ты ж. В смысле, он не одевается на калаш? Где все бандиты? Должно быть 14 человек. Семьдесят четыре не М, а он для М, да? Да ладно. Мне вообще кажется, игра заглючила, и скрипт или триггер на респ бандитов не сработал. И это плохо. Придется, наверное, мне вернуться сейчас туда. Или поспать здесь. О, отлично. Блин, что-то уже не ночь. Два, три, пять. Что делать? Дождаться ночи. Ну, какой вариант? Вернуться на кордон, лечь спать до ночи, до глубокой ночи, и потом снова сюда бежать. Да, Тарас, я помню, тоже такие приколы. Впервые нарвался на онлайн-трансляцию. Ну, они у нас не часто. Так что это нормально. Сейчас сгоняем до блокпоста. Поспим часов до трех ночи. Броник, МПшка, зачем они мне?
Да чтоб не поверил. Так, спать. А, радиация. Спать. Итак, спим где-то до час. Ну, час ночи это стопудово ночь, да? Снова заказ панды. Чё ты гонишь мусор, шнягу, не по делу? Чё ты паришь мне про нары и конвой? Так. Нам нужна жрачка. Сейчас будет мясо. Блин, я боюсь, как бы этот квест не сломался. Так, я не могу загрузить какой-нибудь автосейв. Территория захвачена. Ой, что ж мне с вами делать? Собак, что ли, идти убить? Ждаться ночи. Ну уже ведь ночь. Где ты там? Давай, не берешь. Ты жив еще, зараза. Стадо плоти. Да что ж такое-то? Просто пойди перестреляй их, просто реши. Их там нет, Хорус. Я пришел, там никого нет, понимаешь? Панда подъехала. Хоп, мусорок. Не шей мне срок. Машина зимпереголочку сломала. Я понял, ты знаток блатных песен, да? Нужно сбегать, пока занычкой туда. Хабар Тимерлана. Давай сходим. Может, квест наладится. Сохранимся. Так. Может, там надо кого-то помощники взять? Да нет. Ну вот квест. Блокада, дождаться ночи. Ну. Вот квест. Можете выдвигаться, мои ребята займутся тем же в конце, когда бандиты будут разбиты. Та-та-та-та-та. То есть. Ничего такого нет. Нужно просто дождаться ночи и пойти туда. В смысле? Почему нычка за картой находится? Не понял. А, это не за карты. Всех понятых, полублатных, да и тебя, бля, мусор я в гробу видала. Это пранк песни, если ты не понял.
Я понял, я знаю. Ух ты ж. Мешочек с деньгами. Там, наверное, ничего нет, да? Мешочек. Так, у нас 10900. 11900. Ну, штука лежала в мешочке. Какие-то мега-таблетки. Кошачий глаз. Новейший препарат, разработанный учеными в условиях зоны, увеличивающий зрачок до невероятных размеров, тем самым позволяет лучше видеть в темноте в темное время суток. Радиация-то разъедает. И антирадина нету. Теперь иди продай мешок с деньгами за деньги. Здорово, Матвей. Ой, как починить этот баг? Так, товарищ торговец. Антирадинчик у меня. Лучше. И аптечка. Все, жизни полная. Слушай, я не знаю. Важные объекты, попутные задания. Дождаться ночи. Может еще поспать? Нет. Нет. Что делать-то? Еще стрим. Недолго. Полчасика, наверное, и хватит. Если сейчас вообще не разберемся с этим багом, то, скорее всего, придется начинать заново и сразу бежать на ту миссию. Чтоб она не забаговалась. Пойдем мутантов убьем. Позже приду, еще пан запущу. Серпов, хорошо. Ты там в War Thunder, я смотрю, играешь. Давай, убивай их там. Где-то вот здесь надо мутантов подстрелить. Ох ты ж, ёлки-палки. Засмотрелся на карту. Ох ты, сталкач. Да, есть такое. Сам сегодня охренел, когда у меня появилось это желание. Первый раз смотрю сталкач. Ни разу не играл, Матвей. Да ладно. Ты с этой планеты вообще? Покеда ушел спать. Давай, царюх. Главное здание, не штурмуй. Так. Он ходит, какая-то хренотня. Что ты такое? Иди сюда. Это кабаны? Здесь, а это плоти. Давай в аномалию. Все? А, нет, не все. Друзья удивляются. Такая, Матвей, что тебе мешает скачать и поиграть?
назойливые кабаны. Пошли, кабанов убьем. Тоже пора, если что, в инсургенцию заходить. Я как-то... как-то давно заходил в инсургенцию. Я заходил туда один. Мне было не особо интересно, поэтому я немного там поиграл. Оп, 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 оп. Заразку. О. Что-то кабаны вообще какие-то неубиваемые. Ты зашел. Людей нет, квестов нет, бегаешь, кабанов убиваешь. Угу. Вот так вот и получаются маленькие кабанчики. Готово. Получить награду. Давайте сходим. Копыта. Потом черный квадратик сверху сделаю. Бронекабаны. Ну, вроде стрим сейчас не падает, значит проблема была в Ютубе. То есть через сервер Ютуба он резко начинал дропать кадры и падать. А вот сейчас через рестрим чат нормально идет. Ну вот вроде в этой локации, на кордоне вот этой группы Альфа, которая охотится на главного героя, нету. По-моему, эта группа только на болотах начинает его преследовать. И там просто жесть, бежишь, тебе чпонька в голову один выстрел, ты труп. Их там человек, может быть, 5-6 в группе. Солдаты, блин, тоже. В экзоскелетах и прочем. Жесткие ребята. Слушает. Так, перейдем к делу. Военных на кордоне не видели, так точно. Бинт, аптечка, конверт для гранат. Занять свой... А, так это был часть квеста. Все ясно. Так, что за конвертер для гранат? Вы видите? Конвертер для гранат. А, вот, наверное. Использовать. Соединить. А, ни хрена себе, смотрите. Две гранаты F1 в одной связке. Дудосили тебя. Да не дудосили, это... Я не знаю, что... Может, конечно, и дудосили правообладатели Нортон Командера, но потом они перестали это делать. Так, MP5, вот это пока сложим, мы все это дело. Кольт положим, Макарыч, Жекан, патроны. Что нам еще не понадобится там? Ну, все, нормально. Надо сохраниться еще вот так. Сплошные плюсы от этих молодых. Сумка черная под броней. Да-да, я уже нашел Фрос. Интересно испытать эту хренотню. Где их там выбрать можно? Я не могу выбрать ее почему-то.
Может, их надо поставить куда-нибудь? А вот, ух ты, ё-моё. Мужик, здесь места тихие, так что не шуми и прячься. Дрон тут досил. Вряд ли. Вряд ли. Калаш и Элка. Да? Ну Элка просто с оптикой. Вдруг она пригодится нам куда-нибудь. Бинокля нет. Даже Нортон Командер помощь. Я в нем работал. Еще бы. Очень полезная хрень для тех, кто не шарит в MS-DOS. Это тот на кого? Не понял тебя, Тарас. А, стрим нормы. Что-то я пропустил сообщение. А то Twitch любит подлагивать, если ты не избран. А, ну это понятно. Twitch вообще он такой себе. Так, вот свои пацаны сидят. Так, начать операцию. Ух ты! Слушайте, а вот эта вот шапка и противогаз не с метро 2033 случайно? Еще и кола заглушитель. Надеюсь, тебя убьют, чувак. Так, заложил на ТП двое взрывчатки. Мы готовы? Да, готовы. Получен противогаз. Да ладно. ПНВшка. Наркомания. Ну давай. Гранаты. Не знаю, дали набор для спайки. Дали набор для спайки гранат. Спаял 2F1. Сейчас будем тестировать. Ну все, понеслась моча. Ох ты ж. Ясно. Вот такой этот мод. Модельки из метро. Как относишься к киберспорту? Хорошо. Киберспортивные игры всегда быстрые и рассчитаны на скилл каждого человека, а не на прокачку. Я такое люблю. Может, фонари стоит выключить с ПНВ-то? Может быть, Хорус. Может быть, с оптики поработать. Хотя ладно. Бандит же стоит, ну. Никаких яблочек сегодня. Ну я подорвал, так. Бинты нам пригодятся. Где ты там?
смысле? Ты где спрятался там? Так, хедшот. Ты кто? А, это свой. Кто-то раненый валяется. Свой раненый, надо помочь. Мужик, ну все, теперь подожди-ка, это не ты с калаш? Сушат. Ну, калаш я твой заберу, а аптечку вот, возьми. Таким образом мы разжились калашом с глушителем. Прицел жалко поставить нельзя. Хлебушек нам пригодится. Хэдшот тело, это мощно. Я тебе 2 дня назад подписался, Матвей. А, Матвей, ты новенький, да? Ну, за 2 дня ты вряд ли посмотрел много видео, наверное. Советую тебе просмотреть видосики, цыган. Ну что, он был без сознанки, я обменял аптечку на калаш с глушителем. Это честно. Это же зона, а не курорт. О чем я говорил? Да, Матвей. Я грабил своего и спас. Ну, да. Матвей, удели время, посмотри видосы по серьезным играм. Я уверен, что тебе многие понравятся. Так, что у вас тут еще есть? Что-то уже было у вас. Бандитская казанка. Кстати, еще один калаш с глушителем был. Можно было даже не воровать калаш того сталкера одиночки. В смысле? Ты что себе позволяешь? Я еще не понял. Береги! А, так интересно. Это 14 бандосов завалили. Ну да. Заразу взял, ударил. А, так это тот, поди. Это ж тот. Братан, тебе вот этот калаш не напоминает? Ничего, не? Ну, нет так нет. Так, ты слушаю главный, тебя. Что ли? Ты главный? Ничего себе. А, что у тебя? Хочешь что-нибудь купить? У меня патроны вот эти, немножко таких патронов, глушитель на калаш лишний, гранаток. С нас же не хватает денег, ну и хрен с тобой, подсказать он ничего не может, бездельничает. Ясно. Привет, брат. Нужны были помощники. А, ну это да. Но они же квестовые. Видишь, там не появлялись ни противники, ни союзники. Пока я не зачистил местность, видимо, от мутантов. Так, что нам тут еще понадобится? Кстати, я же понабрал флешку с этого типа. Где-то должен быть его тайник.
Вот он, тайник. Так. Такой чисто. Странно, что без капюшона, конечно. Так, чем займемся? Еще минут 10-15. Под 56, да, далее. ПСО на как глушитель. Не цепляется прицел. Сбегаем вот сюда. Посмотрим, что за здание. Потом сходим за нычками. И на сегодня, наверное. Здесь же кордон заканчивается на этом. Дальше уже, может быть, завтра, послезавтра. Побегаем. Ох, тут наших положили еще. Кстати. Колбаска. Нифига тебя завернула. И у тебя тоже глушителем, ты смотри. Здесь кто-то полег. Это тоже наша. Так, сохраняться надо не забывать. Сейчас сходим сюда, посмотрим, что там. Матвей, давай. Пока-пока. Не помню, что вот здесь было. Это кто? Это красный? Это бандит? А, и там тоже. А на какую кнопку был бинокль? Да, ну это бандиты, кстати говоря. Тут у них, видимо, второй лагерь. Надо бы его зачистить. Где там наша мега-граната? Ловите. Нет. А вот и нет. На, сука, яблочко. Все с гранатами. Спайка из граната. Ну да, да. Я слышал тебя. Так, что еще есть интересного? Что такое? Ты со своей этой штучкой лучше бы просто убегал отсюда. Сохранимся. Где-то вот в этой штуке там сверху он должна быть нычка, это я точно помню. Так, но у меня уже перегруз, блин. Все. Играл ли ты метро 2033 редукс? Да, конечно, играл. Впечатление, ну, впечатление классное, хорошая игра.
Я и книги читал, и играл. Здесь, вот подъем наверх. Да, вон чемоданчик. Эту всякую хрень сразу выкидывать. Так, все остальное. Ладно, пусть пока лежит. Что-то детектор не показывает ничего. Или тут ничего нету, поэтому ничего не показывает. Так, радиация, бля. Где там нычка-то? Какую книгу ты начал? А, ты читать начал. Я начал читать «Песочные часы» книгу. Где-то половину прочитал. Скорее всего, где-то завтра, под вечер, наверное. Когда будет время, дочитаю остальное. Да, радиация тут жрет нормально так. Ты что, будешь лечить его? Да ладно. Он лечит его. Но это тебя не спасет. Вот это что за штука? Вывод токсинов. Что-то прям в этом дополнении тут одни бандиты. Вот там тоже поди бандиты сидят. Нам, кстати, надо было еще сейф там найти. Ладно, потом вернемся, найдем эту кто. Тоже бандит. Вселенная сталкера, да. Начинать с классики надо. Ну, я думал, что классика соответствует игре. А игры я проходил, поэтому я не стал начинать с классики. А начал с книги, которую мне советовали. У меня 18 гранат, ё-моё. Прямо как дрон на тушеном. Там что живой? Лови. И туда лови. Самое интересное будет, если мы тут сейчас всех убьем, а нам потом по квесту нужно будет прийти сюда и всех убить, и игра зависнет.
Вали! Вали его! Ау! Да шо ж вы такие? Четырнадцать гранат. Бери, блин, забирай. Туда, вот туда, подальше одну. Как же больно они стреляют. Это мы еще группу Альфа не встретили. Группа Альфа там, я чувствую. Ты что там кривляешься? А. Бангаюзим немножко. Оу-оу-оу. А двери вы так открывать и не научились, да? Сохранимся? Или не стоит? Давайте так сохранимся. Целишься на меня, да? Оп! Ну ты что, все по-честному? Кто-то здесь красный еще есть. Ясно. Расслабился. Все книги написаны как раз по игре, то есть она за основу взята. А сама игра, разработчики и книгу Стругацких. Ну это, да, это известно. В смысле? Как же скин летит, тварь? Все? Или еще есть? Все желающие? Скорее всего, нет. Денис, да, просто я когда читал, сейчас объясню, что это, я когда читал форумы, когда искал, которую книгу начать читать, многие писали, что книги, ну, некоторые написаны очень плохо. И я думал, что если вдруг я начну читать с плохой книги, то вдруг мне не понравятся все остальные. Ёжики. 2 килограмма висит. Стоит, наверное, своих денег. За тобой уже выехали. Санёк пришел. Санёк, нас спрашивают, когда будет The Calling, следующий выпуск. Так. Ты живой, что ли? Бедных нам не нужно. Экзоскелет. Эх, не повезло. Можно было бы... Ну, то есть шанс, что с них удастся снять их броню. Я бы сейчас ходил в экзоскелете, по идее. Ух ты. Химзащита. Нормально. Завтра может. Ну вот, Санёк говорит, завтра может. Значит, завтра мы сядем записывать The Calling. Блин, это радиация.
какой-то части, помню, вроде бы в чистое небо. Здесь сидел чувак, который мог модифицировать оружие. Что там нарисовано? Не понял. Кто там шумит? Это моя база. Бандиты, ну, развлекайтесь. Типа жанра Little RPG, художественный, описываем игру, типа. Я просто, когда я сегодня вроде писал в группе ВКонтакте, например, вот по метро 2033, там авторы, когда книгу пишут, они выкладывают ее на форум. Ну вот на этот сайт, где автор оригинала может прочитать и либо сказать автору, типа, да, мне нравится, можешь писать эту книгу, либо может сказать, нет, мне не нравится. А по сталкеру, ну, нет такого, да? То есть автор может вообще не понимать, грубо говоря, что происходит, и написать книгу. И испортить этим впечатление в целом. Так, ну тут все, наверное. А, что у нас? Вот, кстати, здесь, когда кого-то убиваешь в голову или, в принципе, убиваешь, дается очки и так повышается, типа, уровень персонажа. И за каждый уровень дает такая небольшая награда. Ее применяешь и дают денег. Вот, пока что дали 1000. Такой небольшой бонус. Что такое? Осветительное, что себе, флешка, блин. Видимое радио, которое играет. И там панда, походу, подъехал. Ил бы бачик. 17 февраля, это мой второй день рождения. Меня разбанит Натушина после бана на 2 года. Ничего себе. На 2 года тебя банили. Так, а кто это снимать? Почему у меня нету? А, Серпов. Это ты. Февраля, так это еще через полгода только тебя разбанят. Ой, так, жесткий перегруз опять. Что нам выкинуть? Патроны на пистолет, патроны на 9.19. Этих штук выкинуть. Они мало весят, бесполезно. Дропи выкинуть. Вот, кстати. Ничего себе. Снять глушитель. Ах, и сюда не одеть. Фишка у пистолета, знаете какая? Да-да. Я, наверное, оставлю его. Или этот оставить. Я не знаю, я потом решу. Это что за молодой человек? Ну, Хорус, последние книги по метро я не читал, потому что они мне, ну, просто не понравились даже по краткому описанию, что в книге. Может быть, да, может быть, скатились. Но вот все старые я почитал в общей сложности
15 книг. И они были хороши. Я ничуть не жалею, что их прочел. Фанфик называется. Да-да-да, все правильно, Денис. Кстати, на проекте Red Beer есть игры по мотивам игры книг Метро 2033. Если заинтересуешь, напиши в стиме. В смысле, они в метро прямо бегают? Серпов. Просвети нас всем, кто в чате. Они прям в метро бегают или что? По станциям? Поив, куча книг по стратегиям, даже пишут фанфики. Ну это да. Просто, ну не знаю, по некоторым жанрам, наверное, лучше не писать книги. Не знаю, вы себе представляете, например, книгу World of Warcraft. Ну, там же есть, конечно, своя история. Целый мир придуманный. Но интереснее-то играть. Опачки. Ёптала. Сейчас. Говорю о третьей книге. А, ну, метро 2035 ты имеешь в виду, да? Хрос. Самую концовку. Проверим Google мужика на дикцию. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на дворе трава. Неправильно у тебя поговорка. На дворе трава, на траве братва, у братры, у братры, у братвы трава. Как курнет братва, вся братва в дрова. Офигенная такая трава. Играл с модом Misery, да, играл. Прошел тоже с модом Misery. Давненько, правда. Прикольный мод. Но в этом моде есть свои фишки, просто пока вы их еще не видели. Вот только мы выйдем с кордона, и там будет все очень круто. Ну да, не писал. Ну не знаю, Хорус, я прочитал метро 2035. По идее... А, нам же нужно еще сейф найти. Точно. Надо вернуться, найти сейф. По идее, серию метро 2035 по-другому закончить и нельзя было. Я не буду, конечно, спойлерить, как там все закончилось. Но, по-моему, концовка очевидная и правильная. Так, кстати, флешка с тайником у нас есть очередная. И все они на севере. И про не про тайники-то я и забыл, да, зайти туда. Короче, сейчас находим сейф. Проверяем следующее задание. Вдруг нам дадут задание зачистить ту северную базу. Так, панда подъехала. Белый снег. Белый мел, точка, белый сахар тоже бел, точка, а вот белка не бела, точка, белой даже не была. Я такую не знаю. Так, ищем сейф. Так, вот где у них может быть сейф? Найти бандитский сейф. Так. Всем пипец пришел. Нет, Денис, если ты про метро, то нет. Я не буду спойлерить тебе. Концовку я, в принципе, такую ожидал. Там извернули сюжет. Ну, не знаю, я не хочу говорить. Прочитай и
увидишь сам. Где у них может быть сейф? На чердаке, может? Блин, вряд ли, да? Вот если бы я был бандитом, где бы я поставил сейф? Блин, я не знаю. Ресурс кончится, они же научились там выращивать грибы, свиней там они держали, так что ресурс-то у них нормальный. О, а вот и сейф. А, найти способ открыть сейф. Ну да, здорово. Как там это сделать? Хм. Может его взорвать? Опять же. Какую конкретную книгу? Нет, мы говорим, Денис, про метро 2035. Это заключительная книга по этой серии. Ну, то есть по основной серии главного героя Артёма. Так, думаем все, как вскрыть этот сейф. Я понятия не имею, как это сделать. Может быть, какую-то канистру взорвать, нет? Шайтаныч, я тебе сейчас в Steam кину ссылку на проект. Ты сейчас на него не отвлекайся. Потом посмотришь. Понял. Все, понял, Серпов. Почему панда не отображается? Или отображается? Панда отображается или нет? Не отображается на стриме. Я понять не могу. Вроде должна отображаться. Была панда на стриме, не? Друзья. Так, ищем, короче, как вскрыть сейф. Я думаю, должна быть какая-то, опять же, взрывчатка, наверное. Где-нибудь приныканная взрывчатка. Там ящик, кстати, стоит. Оп. Это неинтересно. Курица. А, я помню эти курицы. Парни, смотрите внимательно. Я помню этих куриц еще со старой версии мода. Это просто жесть. Я как-то к ней подошел. Она стояла в кустах и ударил ее ножичком. Знаете, что было? У нас отображается. Ну хорошо, что панда отображается. Нет, было не это. Курица. В смысле? Курица, блин! А, вот такие. Да. Вот это нормально. Да, было именно вот это. Когда я ударил ее ножом в упор в наушниках на полной громкости, это было впечатляюще.
Причем вот таких пасхалочек в этом моде достаточно. Так, давайте еще раз посмотрим на этот сейф. Необходим ключ, написано. То есть нам нужен ключ, по идее. Хорошо. Ключ. Написано, подойди к сейфу, нажать. Не, ну понятно, нажать. Я на него нажал. Нужен ключ. Ключа у нас нет. Соответственно, нужно его найти. Где он может быть? Где-нибудь в столе, наверное, да? На блокпосте. Блокпосту в столе. Логично. Нет. А вот и нет. У кого-то из трупов может быть. Но трупы уже все прибрали куда-то. А, так, думаем, думаем, где может быть ключ. Давайте проверять просто каждое здание. Начнем с этого. Ты ключ не видел? В соседнем здании появился рюкзак с ключом. А, он появился. Ну, хотя, да, чего еще ожидать от сталкера? Не было, не было, и тут резко может появиться. Сейчас найдем. Так, рюкзак с ключом. Опа, в КамАЗике-то у нас кое-что есть. Подожди. Оп. Ну что ты будешь делать? Так. Охо-хо-хо-хо-хо. Ух ты ж. Патронов только очень мало к нему. Так, какие он патроны-то требует? Тут не те патроны, ладно. Так, рюкзак с ключом. Рюкзак с ключом. В соседнем здании. В соседнем здании на чердаке. А, на чердаке. Ну, значит, вот здесь. Блин, перегруз. Ай, соединить глушитель, выбросить. Дымоушки выбросить. Сохраниться. Значит, где-то вот он. Спасибо, Денис. Слабо сделать из выстрелов оружия разного калибра в армии музычку. Плесальт. Это скорее от мода. Ну да, это от мода, конечно. Этих заданий вообще не было вроде в оригинале. Там сразу появился на болотах. Кстати, тут вроде слушаю можно тебя. Вот такой фишкой пользоваться. Привет, брат. Слушай, все вопросы к главному. Ладно, сам доберусь пешком, короче. Думал, просто они меня проведут туда быстренько.
Так. А, что у нас за артефакты есть? Химзащита. Пси-защита. Оба, скорее всего, на продажу пойдут. Что у нас за флешка? Полезная для сталкеров информация. Угу, хорошо. Окей. Как вы давно проигнорили? Ну, мужик говорит, точнее произносит донат, ты сам знаешь как. Слабо сделать из выстрелов оружия разного калибра в армии музычку. Я же не музыкальный, как тебе сказать, монтажник, да? Как их называют? Декомпозитор. Скорее всего, да, слабо. Я бы, конечно, мог, но не буду. Таких треков много по Counter-Strike, насколько я помню. Ой, так. Мне бы прицел как-то смонтировать на калаш, было бы идеально. Как вам музыка? Ну? Из невидимого радио. Так, сохранимся, а то мало ли что. Ну, принимай товар. Ты это принимай, снаряд принимай, сколько он стоит? 400 рублей, блин, снаряд. Глушители. Через бинтов, ну куда мне столько? Эту маску бери. Вот этих немножко патрончиков. Ой, патроны на кольт. Гранат. Отлично, на 7000. Так, что мне нужно взамен? Антирад, аптечки. Плеер. Нет, плеер нам не нужно. У нас YouTube потом. А-та-та. Чаев, да. Слушаю тебя. Как по маслу. Чисто сработали. Сейф обшарил. Вот что в нем было. Видит бог, скоро кордон будет под нашим контролем. Спасибо за помощь, майор. Айбелев, айкен фай. Решетка большая кулинга. Больше кулинга. Ну завтра. Санек сказал, завтра у него будет время. Так, что насчет моего задания? Ваш боец выдающий. А, ведающий. Информация о военных еще не прибыл. Только что встал на причал. Могу устроить для вас встречу. Буду рад. Ну привет! А, что от меня требуется теперь? Найти Белоусова. Ты мне там положил что-нибудь? О, а это мое. А, калаши тоже сложить что ли сюда? Белоусов, Белоусов, нет, не Белоусов. Не ты Белоусов. Вон старший стоит, так ты к нему обращайся. Вы не будете против, если я... Слушай, все вопросы к главному. Белоусов. А где ж он есть-то у вас?
карте его, конечно. А, на карте он есть. Прибудь на место встречи. Ну, погнали. У нас все есть. Аптечки есть, это есть. Радиация нас жрет, как обычно. Погнали. Сейчас только выйдем с кордона, начнется. Скорее всего, нам сейчас дадут задание зачистить вот этот район, который мы уже зачистили. Надо еще по этим нычкам сходить. Посмотреть, что там есть. Так, проверочка. Все работает. Хорус, ты че еще не спишь там? Давай, дуй спать. Жми Йокаран и бабай. Ай-яй-яй, песню Юи начинай. Сегодня читал новость, что наш завод КамАЗ выпустит автомобиль, ну, собственно, под названием КамАЗ, который можно будет управлять с помощью голоса. И там была вот эта картинка. Не помню, как зовут этого мужика из сериала. И надпись «Жми, ёкарный бабай». Так, я уже залипаю. Надо закругляться уже потихоньку. А вот и наш информатор, судя по всему. Ой, ошибочка вышла. Ясно. Так, а где я сохранялся последний раз? Бойщики, да-да. Так, где там эти редиски? Лови. Ранг повышен, хорошо. Ранг еще повышен, еще хорошо. Где-то двое там их. Вот туда вот. Ну вот и все. А ты что думал? Так, с вас всякую хрень. Здесь нормально, нет, ребят, все дела. Жрачка. Ух ты, это что за хренотня? Максимальный вес, ошибление ран. Заскриптованная собачка, я так понял.
чё он висит так, я не понял. Честно говоря, забыл, как его зовут. Точка, дай мы дерку, плиз. Тихий огонек моей души. Это что? Это что? Помогаю. А, все? Возможно, еще не все. Да нормально, все, это все зачистил. Не расходиться, ждем. Давай, не командуй, я тут почистил все уже. Возможно, еще не все. Можно передохнуть маленько. Ну так я ж тебе говорю об этом. Да стой ты. Меня кличут Белоусовым, будем знакомы. Слышал, вам не безразлично судьба военных на кордоне. Да, именно так. Найти Ермака на южном блокпосту. У меня все. Окей. Поговорить с Ермаком, отыскать Ермака на южном блокпосту. Белоусов сообщил, что этот сталкер знает о военных на кордоне больше кого-то не было. Он ремонтировал им оружие. Вообще квесты другие. Первый раз их вижу, эти квесты. И это хорошо. Так, мы сейчас не пойдем к нему. Мы сейчас сходим сюда, сюда и сюда. И хватит на сегодня. Что там происходит? Белоусов воюет с вояками, да? Или с бандитами? С бандитами, скорее всего. Ух ты ж! Ух ты, зараза. Клинит и клинит. Ненадежное оружие. Лучший русский калаш. Не отвлекай меня, я куда шел? Я шел вот туда. Дай модуль кому-то следить за порядком. Да тут порядок-то. Серпов. Спасибо тебе за желание помочь нам. У нас люди все взрослые, адекватные. Хейтеры есть, конечно. Как ты думаешь? Просто я не трачу на них времени и просто баню их сразу, не пытаюсь выяснить с ними отношения. Так, мы тут не поднимемся, нам пойдем туда. То место знакомо. Некрасос ли там жил в стандартном издании? Ух, радиация, это ё-моё.
понял. Так, радиацию. Так, значит, мы обойдем с этой стороны. Да, вот отсюда все хорошо. Так, если по рельсам пойдем, все нормально будет. Нет. Да бахнуть. А чё, водка не снимает радиацию? Снимает. Блин, я столько потрачу, идя к той нычке. Надеюсь, там что-то нормальное. Там бандиты стоят. Оп, вот так вот. Хорошо. Оп, вот так туда еще. Все, там спасибо за сталкер. Ты молодчина, парни, шикарный монтаж. Прощай, саунд. Прощай. Пошел я спать. Хорошо посидели, но ты это, заходи, если чё. Понял тебя. Ты тоже заходи, если чё. Давай. Спокойной ночи. Озия Осака. Я не знаю, как правильно тебя прочитать, надеюсь, я правильно прочитал. Спасибо тебе. Помню, в одной части сталкера резко из дома кровосос выпрыгнул. Я со стула упал и не стало стула. Я тоже боялся кровососов в свое время. Нет, радиация разъедает, оказывается. Ну, чувак, если твоя нычка какая-то отстойная, что там с армсталкером, я не знаю. Ой. Говорят, набор шел, потом набор опять закончился. Пусть они играют там со своими друзьями. О, это что такое? Если они хотят видеть на проекте новых адекватных людей, пусть играют среди своих друзей. Никто их не осуждает за это. Все? Все забрали. Еще и здесь что-то есть. Не уверен, что это того стоило, конечно. Между прочим, эта история основана на реальных событиях. На Чернобыле была. Отец играл, я с братом смотрел. Кровосос на динамиках вышел, мы с братом синхронно упали. Ну это нормально. Сумка СМВ. Представляет собой набор медицинского оборудования и лекарственных препаратов, предназначенных для оказания первой помощи. Ну ладно. В общем, так, следующая нычка у нас где? Примерно вот так. Выпили, сохранились, погнали. Здесь
помнишь, когда я писал туда историю про снайпера? Да. Денис, я писал. Ну, им же не понравилось, сказали, она слишком крутая. Они сказали, у нас такие крутые бойцы, типа каждый второй. Нам таких не надо. Все, давай, иди серпов спать. Так, как нам туда лучше пройти? Сверху обойти. Что так они взяли? Я второй раз не подавал заявку. Я зашел на форум, почитал анкеты, которые пишут другие люди на их качество. И ну, анкеты, скажем так, с очень херовым качеством сразу принимали, то есть без разговоров просто принято, одобрено. А те, которые написаны хорошо, их подписали отказано, потому что, видите ли, у них таких каждый второй на сервере. Фу, ну это разве нычка, блин? А, так это не то. Вот она, нычка. Это что за штука? Вспышка. Электрозащита, восстановление сил, нормально. Персональный рюкзак и... снова набор аптечек. Вот это уже хорошо. Так, а сейчас надо сбегать вот туда. Бред какой-то получается. Ну им, видишь? Ау, блин, чатик. На чатик отвлекся. Что можно съесть такое? Там не видишь, там у них все уже знакомы между собой. И им просто не хочется брать. Я не знаю, людей что ли, новых, нормальных. Им хочется, чтобы вот играли, допустим, с десяток хороших людей, да, их друзей. Остальные тупо как мясо бегали. Потому что надо же кого-то убивать. Надо же, чтобы кто-то играл за одиночек, за этих тупых, там, которые бегают, ничего не понимают. Мне кажется, они вот поэтому не берут народ. К тому же, как на YouTube не заходишь, целая куча вылазит рекомендаций, стримов по Армсталкер. Очень много народу стримит Армсталкер, прям очень много. И народ, главное, смотрит, очень много людей смотрят такие стримы. Людям это интересно. Тут наша нычечка. В пеньке, что ли? Нет. С4. А. РС-15 какой-то. Собираем все. Своя песочница, да. Вот все правильно. Они не хотят никому одалживать место своей песочницы. Так, ну что, мы все выполнили. Сейчас бегаем, отдадим квесты и выходить. Восстановление сил поставим. Защита. Максимальный вес. Да, погнали, так побежим. Там сервер, да? Нет! Ё-моё! Вот так вот смотришь на чатик. Легко можно сдохнуть.
них сервер на 60 с чем-то человек. А желающих туда, я не знаю. Но тысячи, мне кажется, есть человек желающих. И ты представь, вот из 1000 желающих на 60 человек, кого администрация пустит на сервер? Происходит, что она тебе, сука, яблочко, она тебе тоже яблочко. Граната! Ох ты, сразу. Блин. Да, кто там у вас еще кричит? Лови. Он живой остался. Сколько он человек держит? 60 человек держит. Я не знаю, на чем они зарабатывают. Скорее всего, ни на чем. Только на, ну, как сказать, на пожертвованиях. То есть тот, кто хочет, скорее всего, деньги может им закинуть. Ну, вроде как больше ни на чем не зарабатывают. Сейчас прибежим на блокпост, и на сегодня хватит. Этот рюкзак вроде можно где-то ложить на земле и в него складывать свой хабар. Он как нычка, получается, работает. Вот C4, мне интересно, зачем. Хрен его знает, ввели бы плату символическую. Ну, ты думаешь, из 1000 человек, например, скажем, с половину не заплатила бы, заплатила бы, но они бы не смогли все равно за эти деньги устроить им второй сервер. Это мало, да. И вот представь, что вот эти 60 человек там постоянно одни и те же люди. Ну, в чем интерес там? Вот ты, например, играешь в DayZ, там постоянно разные люди. То есть как зона, да? Постоянно разные сталкеры. Ты не знаешь, что от кого ожидать. От некоторых, конечно, знаешь. А от некоторых не должен знать. А там уже все друг друга знают, прям. Не знаю, неинтересно становится. Так, куда мне надо? С Ермаком поговорить. Если нужно что, спрашивай у главного.
О, он может ремонтировать, кстати. Надо калаш отремонтировать. О, и крепление оптики. Да, вот оно. То, что нужно. И по квесту у нас сейчас следовать отмеченную точку. Эту, эту и эту. Ясно. Ты бы оружие убрал, мужик. У нас здесь лагерь как-никак. Теперь калаш хоть с оптикой будет. Так, сохранимся. Нужно больше серваков, да, но вот видишь, они это, может быть, конечно, и понимают, но не исполняют почему-то. Так. Фух. Завтра все записи, естественно, будут. Ближе к обеду, наверное. Может и утром. Как получится. Так, ну ладно. Всем спасибо. Если есть какие-то неотвеченные вопросы, пишите в группу ВКонтакте, там всегда сижу, всегда отвечаю. Понравилось или нет стрим по сталкеру, тоже пишите, если что, сделаем еще в ближайшие дни где-то. Осака. Блин, у тебя ник сложный. Я не знаю, как он правильно читается. Ладно, всем пока-пока.